В южной столице стартовал международный турнир «Алматы ATP Challenger». В нем принимают участие около сотни спортсменов из 30 стран мира. Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов. Казахстанская команда представлена в полном составе, за исключением Михаила Кукушкина. Соревнования собрали сильнейших игроков, в том числе Гильермо Гарсия Лопеса и Мартина Клижина, которые входили в топ-30 мирового рейтинга. Выбор теннисных кортов с грунтовым покрытием в парке Горького не случайен. Именно здесь было положено начало развития большого тенниса в Казахстане. Завершится турнир 7 октября. У молодежи есть возможность перенять опыт. Мне кажется, это очень важно в нынешнее время для молодых теннисистов, которые участвуют и в основной сетке, и в квалификации, которые участвовали, и многочисленные детки, которые приходят и смотрят, и учатся. Этот год очень богатый, мне кажется, на турниры серии челленджеров в Казахстане. Их было... Это третий уже турнир, и все они были в разных городах, в Шымкенте, в Астане традиционный кубок президента, сейчас в Алматы. Поэтому очень приятно играть при родных болельщиках, когда родные трибуны, надеюсь, тоже помогут, сыграют положительную роль.